Доброго здоровья, друзья! Под прошлым видео, под Каолином, мне тут напихали еще парочку точек. Одна из ближайших, это вот она. Есть еще одна. Я ее не отмечал, она еще ближе где-то. Сейчас я сюда мотаюсь. Пешочком. Мне, конечно, писали, что в техносборке тэпаться... Ну, не зазорно. Мне интересно. Все-таки, кто по дороге-то будет. Вот. В связи с тем, что для этого сида я уже насобирал благодаря подписчикам достаточное количество месторождений Каолина. Поэтому у себя на Дискорде я на форуме сделал отдельную веточку. Для данного сида именно. Выложу все абсолютно координаты со скриншотами, где находится ближайший Каолин, где вообще Каолин находится. Это первое. Второе. Немножко поменялась текстуры для наковальни. Они преобразились. Появилась вот такая сетка. Вот. И более четкие циферки. Здесь без минусов, но красное это понятно. Это цифры с минусом. Так что заходите на Discord. Также на форум. Там есть веточка под именно под эти текстурки. Забирайте. Кроме того, появилась вот такая вот мусорка. Там же на Discord ветки с текстурами для наковальни есть отдельный модик, который делает эти, дает эту мусорку. Гораздо удобнее, чем вот это. Значит, что касается стекла. Как я говорил, для того, чтобы выдувать стекло, нужны блоки, латунные блоки. Но на первоначальном этапе подойдет вот такая огнеупорная глина, которая как раз и делается из огнеупорной этой каолиновой глины. Так что сегодня, возможно, мы попробуем еще и стеклышко поддуть. Ну и печка работает, наша кокосовая. Надо в нее еще дровишек подогнать. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Так, хлоп. Тут собирается криозот. Так что я в путь, как доберусь. Так, что с моими лопатами? Лопаточку взял. Так что я в путь, как доберусь. Мы с вами встретимся. Пока из интересного только соевые бобы нашел. Это кто? О, еще соевый боб. Лучше бы помидорки бы попадались. Честная пионерская. Ладно. Я побег дальше. Как говорится, я еще не дошел до точки, которая. А тут вот, пожалуйте. Вот она, родная. Каолин. Каолин. Едрить. Ахри это. Чернозем. Вот он. Отсюда начинается. Отсюда начинается вот до той ямы. Это все Каолин. Бром, трава, чернозем. Чернозем. Вот он. Я еще до... Ладно. Ставим еще одну меточку. Каолин. И не так уж и далеко. Да. Вот мой дом родной. Из приятных бонусов я единственное, что только по дороге
Пальмочку банановую нашел. Так, я на раскопке. Так, брысь и сюда. Брысь. Каолин. Каолин. Хорошо. Ух ты. Ой. Ой. Так, я здесь так чувствую, надолго застряну, поэтому я с вами попрощаюсь. А как насобираю, я с вами обязательно увижусь. Блин, капец, это только с одной стороны 4 слоя выкопал. А еще я посчитал, что вниз 5, и это только с этой стороны. А еще с той стороны. А уже вот. Капец. Короче, в Дискорде все эти координаты будут оставлены. Приходите, забирайте. Короче, покопал я знатно. Тут. О, если в общей сложности. И то я копнул только в одну сторону от провала. А там еще, насколько я понял, еще вниз 5 слоев. 5 слоев еще. А я выкопал 1, 2, 3, 4, 5 слоев в общей сложности. Еще столько же внизу. И это я еще не дошел до той точки, которую мне подписчик скинул. Кроме того, пока я снимал, в комментариях скинули еще одну точку. В общем, сложности для этого сида уже набирается довольно-таки приличное количество месторождений каолина. Тут 2. Еще один будет. Ну, еще далеко-далеко еще 3. Но я так думаю, что этого пока хватит. Если что, я приду сюда еще. Так, а ты что там забыл, солнце мое? А ну иди сюда. Опа. Непорядок. Когда будете идти за каолином, вот такую лопаточку сделайте себе. Не пожалей. Упростит вам работу. Ладно, я домой. Заниматься переработкой. Уже встретимся дома. Тихо. Не хулигань. Ай-яй-яй. Так. Все в обход. Все в обход. В общем, я убежал. А ты кто? Укрепленный мрамор. Мне тебе пихать некуда. Да надо на самосвале приезжать. Честное слово. Все, я домой, мальчики, девочки. Какие сосули висят, да? Прикольно. Так, иди сюда. Теперь иди сюда. Опять обращаемся за помощью к Махмуду. Чипонька. Делаем. Пыф, пыф, пыф. Бунт. Сейчас мы чуть-чуть пораскидываем. Тут есть? Блин. Ладно. Вот так. Вот так. И будем пробовать. Ока. У нас тут получится. Пыфайся, пыфайся, дорогой мой. Не стесняйся. Сейчас мы один стак забульбеним и посмотрим, сколько со стака получится. О, 2 штучки. Еще давай. О, еще 2 штучки. Так это замечательно. Ни одной штучки.
Я сказала, хватит тебе счастья. Начался трэш. Опять ничего. Так то две, то ни одной. Опять ни одной. Короче, чтоб набрать побольше каолинитового порошка, либо каолиновой глины, туда вагонами завозить надо. О, целых три. Пять, ничего. Короче, с одного стака получилось в общей сложности 13 каолиновых порошков. Ладно, я за работу. Так, надо сюда еще дровишек подкинуть. Потом за дровами еще. Просто за дровами сходить. Так, это каштан. Упс. Так. Работай, солнце мое. Уже почти 6 литров. Оп. Короче, я работать. Короче, в общей сложности 6 таков обработано. Вот я даже разложил. От 13 до 15 единиц каолинитового порошка со стака каолиновой глины. Вот так вот получается. Сейчас мы наделаем. Так. Пока в будку. Осталось только графита понаделать. Порошка. Ну-ка, зажгись. И дальше уже посмотреть. Так, ну что, приступаем. Оба. 16 штучек. 16 штучек. Так, для следующего дела мне понадобится напильник. Напильник. Так, нафиг отсюда. Товарищ напильник. Тебя мы можем сделать вот тут, а, да? Это все зеленое. Это получается 22. Короче, сейчас мы сделаем напильничек по-быренькому. И кое-что будем вытворять. Так, Махмуд, последнее усилие. Ой, умер. Так, и сюда. Так, сейчас быстренько сделаем расчет. Напильник. Файл хит 22, да? Да, не страшно. Пампара. Ой, не сюда. Вот сюда. Давай. Куйся. Пожалуйста. Пожалуйста, куйся. Не нагрет, перегрет, недогрет, блин. Так. Так. Это 16. Да задолбешь тебя, блин. Ой, не надо нам спаривать. Так. Напильничек. Так, товарищ напильничек. Брысь. Угу, спасибо. Так, товарищ напильничек, одевайся вот сюда. Большое спасибо. Берем раз-два. Так,
взяли, да? Перейдем сюда, вот сюда, вот сюда. Или как-то там. Кованое железо. Напильник. О, 8 файлов. Дальше нам нужно 8 досок. Поэтому идем опять к нашим деревяшкам. Забираем все. Ой, питеньки хочется. Ой, питеньки хочется. Ой, жратеньки хочется. Так, тыковка. Где наш режек тыков, тыквенный? Вот так. Покушай, мысль. А что ты бесишься, как будто ты... Ты что, тыкву любишь? Нифига себе. Ложь. Она тыкву любит. Вот так. Брысь. Это делаем так. Это делаем вот так и вот так. Так. Жить. Унь. Теперь делаем вот так. Помещаем сюда один вал. Получаем одну шестереночку. Да? Да. Теперь что мы делаем? Блин, эти сос... А мы делаем вот что. Так, где наши... Ой. Вот они. Так. А, потом. Косым ветр. Тай-дри-да-та-там. Лопаточка, ты еще жива? Ты еще жива. Поэтому. Делай раз. Делай два. Делай три. Вот так. Вот так. Оп-оп. Теперь берем нашу шестереночку, закладываем сюда, а здесь устанавливаем водичку. Теперь, чтобы шестереночка закрутилась, завертелась, надо сделать вот так. Ну, можно еще и вот так сделать. И она будет крутиться, правильно? Правильно. Теперь мы берем один вал и накладываем сюда. Что мы делаем теперь? Теперь мы делаем коробочку с передачами. Металлический корпус. Это обычный камень. Не, это дерево и кованое железо пластиночка. Что ты на меня так смотришь? Я тут, понимаете ли, делом занят. Так. Вот так. Светить всегда, светить везде. Светить на суше и в воде. Вперед. Боже мой. Вот так. Вот так. Значит, нам нужно... Так, нам нужно пока одна пластиночка, да? Да. Идем сюда, запихиваем. Берем еще немножко и запихиваем. Та-да-да-да-там. Так. Сейчас мы тебе туда каменную сделаем. Не боись. Оп. Да. Надо нового Махмуда делать. Махмуд. Работай. Будь. Попывкаем. Да ты задолбал здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Надо падать.
Так. Мне нужно, чтобы ты накалилась до спаривания. Ничего себе, улетают ошметочки. Можно ковать, не хочу ковать, хочу варить. Ой, ой. Так, вот это давай сюда. Ты где? Алин, ты. Теперь нужна пластиночка, да? Да. Ой. Потом так. И вот так. И пластиночка. Теперь говорим пластиночке, а пошла бы ты в водичку. Давай. Давай. Есть. Дальше. Дальше нам нужна всего одна дощечка. Любая подойдет. Совсем любая. Ставим. Покрываем ее матом и снимаем металлический корпус. Дальше, чтобы сделать коробейку с передачами, нужно еще так. Ясно, где ключик золотой. А, я же его спрятал. Он почему-то перестал залезать туда. О, блин. О, блин. Так. Это, конечно, замечательно. Почему вот так не работает? Ладно, сейчас пойду веточек пособираю и вернусь. Так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще четыре. А потом еще четыре. Делаем вот так и вот так. Да. Теперь берем наш корпус железячный. А, КП. Это еще не все. Теперь надо эти штучки насадить на эти штучки, получить 4 маленьких шестереночки. О, коробейка передач, только нам нужна вертикальная. Пойдемте ее поставим. Ты крутишься еще. Блин, брызнешь, опять тебя не видно. Крутится. Только ты не в ту сторону крутишься. Вот теперь в ту сторону крутишься. Что нам нужно еще? Нам нужен жернов. Правильно? Правильно. Так. Это можно было бы сделать и без коробки передач. Ну да ладно. Сделали и сделали. Жернов, ты как? Еще один металлический корпус, еще одна шестеренка и камень обыкновенный. Да? Да. Так, сейчас все будет. Надо еще веточек пособирать. Так, ну иди работай, пожалуйста. Это надо еще веточек пособирать. Надо камушек сдыбать. И вот так вот еще сделать. Вот так вот, вот так вот и вот так вот. Так, зачем все это, спросите вы? Я вам отвечу. Для того, чтобы сделать вот такую штуку,
Я вам уже говорил, нужен гемпаудер. Гемпаудер у нас есть сапфир. Да, чтобы сделать сапфир, это надо перемолоть вот эту штуку. Чтобы перемолоть эту штуку, нужно перемолоть сапфир. Вот такой. У нас такой сапфир где-то был. Вот он. А вот эта штука, если мы сделаем вот так. Так, это не то, это не то, это не то. Во. Это последняя стадия, когда мы с нашей выдувайки будем баночки снимать. Вот. А мне кажется, вот такую штуку сделать сейчас проще гораздо, чем делать дробитель из, паровой дробитель. Короче, сейчас все будет. Нам осталось один камушек найти. Ой, есть один камушек. А ну-ка, пошли. Давай, шевели копытами. Пацаны, вам не холодно? Я думаю, не холодно. Как ваш грем поживает? Там стелезень этот дурацкий, не помер еще. Ходит. Три мужика здоровых и одна маленькая девочка. Я представляю, что он по ночам творит. Так. Нам нужно сделать вот так вот. Потом это снять. Потом нам нужно сделать одну шестереночку. Потом насадить шестереночку на палочку. А потом, где? Вот она. Делать так и делать так. И мы получим жернов. И пойдемте его попробуем поставить. Оба! Все-таки она вертит. Да? Так, а ну-ка. Оба-на. Дай. Ух ты. Крутится. Крутится, вертит. Шар габулой. Оба. Есть. Есть наша пылька. Ха-ха-ха. Так. Теперь давай ты. Чтоб я тут... Нет, сразу много у тебя не получится. Давай 8 штучек. У нас, мальчики, девочки, началась... Ой. Упс. У нас, мальчики, девочки, пошла первая автоматизация. Хе. Да-да. Первая. Туп ее. И не надо ничего крутиться самому. Угу. Так, ладно. Оно само сотворит. Что нам надо? Нам надо взять вот это. Теперь. Что теперь? Теперь сейчас я приду, секундочку. Снимем всю эту фигню. О! Висит. Не висит. Что она здесь мешает обзор? Эть! Падать тут духом не надо. О. Так. Графитовый порошок. Иди сюда. Вот он, да? Закидываем.
Еще 8 штучек. Так, что мы сделаем? Мы сейчас сделаем, пойдем. Раз, два, три, четыре свечки. Где мой воск? Воск, ты где? Ёкарная баба, куда воск делся? Мне же было, я помню. Вот он. Берем 4 воска. 4 ниточки. Делаем дофигища свечек. Дальше. Мы это убираем нафиг. Раз, два, три, четыре. Поджигаем. Так. Это есть. Ну что, мальчики, девочки, наша первая автоматизация. Следующее, что я хочу сделать, в принципе, а зачем я свечки трачу? Я здесь ведь могу отропинить все. Да? Да. А свечки использовать в другом месте. Ну да ладно. Так, у меня тут есть деревяшка, правильно? Правильно. Мне нужно сжатие предметов, нам не надо. Мне нужна пила механическая. Но это я уже буду делать потом, потому что тут вот такая штука. Раз, кованая же. Мне для этого нужно ножницы сделать. Такие вот. Ну, это есть. Здесь ножницы надо будет сделать. Собака бешеная. Ну, давай воду сюда. Так, еще 32 графитовых порошочка. Оп. Мы можем перемалывать то, что перемалывает. Ладно, мальчики, девочки. Мне за кадром надо будет сделать еще одну фигнюшку. Барабушку. Первая есть. За кадром я наварю себе латуни, потому что меди у меня очень мало. И вот это не медь, а где медь? Ее очень мало. А тебя можно? Нет, там тебя не получится. Три. Так. Сколько? 13 литров. Так, комочек огнеупорной глины. Нам для меди не хватает, ой, не для меди, для того, чтобы нормально все делать. Mold table. Здесь, говорят, можно использовать для панелек. Для панелек. Вот это нам надо. Это нам пока не надо. Так. Пуньк. Один. Два. Три. Да. Даже квест какой-то сделали. Дальше. Надо будет сделать кипичиков. Короче, задание на дом, как говорит. Добыть еще меди. Цинка у меня много. Нужно медь и нужно, блин,
ты меня достала уже. Сосульки, блин. Нафиг мне здесь эти сосули. Цинка у меня много. Поэтому мы добываем медь. Переплавляем ее в латунь. Потому что нам нужна вот такая штука. А это просто механическая пила. Руд латуни. Два стержня. А один пруд кузни делается. Короче, можно просто напильником из слитка напилить. А ты кто? Ты прокатка. О, я даже знаю из кованого железа. Нет, это пока рано еще. Так. Ага. Сейчас, секундочку, мальчики, девочки. Я хочу посмотреть один вещь. Вот что я хочу сделать. Вот такую бунскалку. Он мне будет бунскать. Блок кованого железа. Ну ничего. А-а-а. Прессовывание. Угу. Механический пресс и чаша. Чаша это вот это. Пресс это опять же вот это. Ладно, что-нибудь придумаем. Ты опять? Да старая. Офигела. Урикела. Ладно, мальчики, девочки, я на этом с вами попрощаюсь. Работы сейчас будет много. Давай. Крути педали. Работы будет сейчас много. Надо бежать за медью, делать латунь. Короче, в следующей серии мы уже займемся... Боже, сульки. Займемся с вами стеклодувническим мастерством. Процесс. Не знаю зачем. Потому что для того, чтобы, например, сделать теплицу, мне еще нужно найти редстоун. А это значит молоточек в руки. И вперед. Так, где наш молоточек? А ну-ка. Молоточек. Цыпа-цыпа. Что ты мне подскажешь здесь? Ничего. А здесь ничего. А там, где у меня сфалерит лежит. Это где-то здесь. Ничего, 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 ничего. Короче, не знаю, как мне тут найти редстоун. Но что-нибудь придумаем. Где-то может быть на поверхности валяться. Опять 29. Гела, блин. Так. Чтоб с тобой такого натворить. Мы с тобой вот что натворим. Так, а ну не бегать. Так. Угу. Вот что сделаем. Это поставим сюда. Это снимем. Это поставим вот сюда. И вот тут зажжем. И вот так вот пусть она валяется. Так, 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 так. Все, мальчики, девочки, ставим пальчики вверх. Подписываемся туда-сюда. В Дискорде я, как уже говорил, на форуме у себя там повешу все найденные каолинитовые месторождения. Их накопилось немало. Чтобы те, кто играет в эту сборку,
на том же самом сиде, чтобы не бегали, не тратили время, а по координатам быстренько все находили. Так что всего вам хорошего, дорогие мои. До скорых встреч!